Первая тема будет как раз о том, какие, в принципе, бывают психотипы, потому что я считаю, что эта тема очень актуальна, и людям всегда очень важно знать и понимать, с кем и о чем они разговаривают. Ну, то есть, с кем они разговаривают, тот человек, какой человек перед ними, о чем с ним можно разговаривать, какими словами с ним лучше разговаривать, чтобы достичь каких-то своих целей, своих задач. Тема психотипов, она очень глубокая, хотя вот по той методике, которую преподаю я, определить человека перед тобой, стоящего перед тобой, можно за 15 секунд, всего за 15 секунд. На самом деле это достаточно просто, стоит обращать внимание всего на несколько нюансов, и одни из самых явных нюансов, по которым можно определить человека, это открытость и уверенность. По вот этим двум параметрам люди делятся на 4 психотипа. Люди открытые и уверенные в себе, они относятся к психотипу престиж. Люди уверенные в себе, но при этом закрытые, относятся к психотипу выгода. Люди открытые, но при этом чувствующие себя порой неуверенные, относятся к психотипу комфорт. И люди закрытые и при этом еще и неуверенные, они относятся к психотипу гарантия. Давайте немножко углубимся в то, какой человек перед нами, да? Ну, то есть начнем с престижа, естественно. Престиж — это люди уверенные в себе и при этом открытые. Люди, которые очень часто говорят о себе, они любят говорить о себе, при этом они предпочитают все самое лучшее. Ну, то есть престиж. Само название уже говорит о себе. Это люди, которые предпочитают эксклюзив, это люди, которые предпочитают все самое крутое, это люди, которые звезды, это люди, у которых можно сказать, вот только у меня и у Майкла Джексона, ни у кого больше. А психотип выгода – это люди уверенные в себе, но при этом достаточно закрытые. То есть очень часто бывает такое, что человек, вы понимаете, что он уверенный, но он не стремится о себе рассказывать какие-то там яркие факты, или, ну, в принципе, он не стремится о себе рассказывать, но при этом он достаточно уверен. Если вы придете к нему в офис, то вы сразу поймете, что это человек, у которого все разложено по полочкам, все структурировано, все четко, системно и понятно. Это люди, которые предпочитают экономить, но есть маленькая особенность, они экономят не деньги. Ну, то есть деньги они экономят тоже, и при этом больше всего они любят экономить свои нервы и время. Если вы общаетесь с человеком комфортом, это люди открытые и при этом неуверенные в себе. Очень часто апеллируют к понятию «мы», то есть «мы с кем-то», «мы с чем-то», «вот там я там» и еще кто-то, то это человек комфорт. Люди гарантии – это люди и закрытые, и неуверенные в себе. То есть эти люди, они не то что не стремятся рассказывать о себе, они в первую очередь будут слушать вас. Люди гарантии и люди выгоды, их из закрытых поз, вот из подобных поз, из подобных поз, их выводить не нужно. Не нужно им предлагать ни ручку, ни чашечку чая, ничего, то есть, чтобы выводить из поз. Это их комфортная поза. Общайтесь с ними именно вот в таком ключе.